Всем привет, с вами я, Хэппи, Лысый, Никитос. И сегодня мы будем снимать троллинг админкой в SCP режиме. Недавно в SCP фонд привезли необычного объекта, который выполняет все желания. А если вы хотите, чтобы ваши желания сбылись, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И пишите обязательно в комментарии ваши желания. И этот SCP объект исполнит его. Кстати, ребятки, недавно у меня появился свой канал на ютубе. Обязательно зайдите на него и посмотрите там видосы. Их уже там вышло много. Ссылочка в описании или закрепленном комментарии. Фух, ребят, все, мы зашли в этот SCP-RP режим с моими друзьями. Итак, что же, ребят, я пока что здесь людей, как только зашел, вообще не вижу, но мы сейчас можем выбрать наш класс. Хэппи, так а может быть в игре никого нету? Я по-любому, ребят, уверен, что в этой игре есть люди, которых мы сейчас потроллим. Лысый и Никитос, прямо сейчас заходим за D-класс, и нас телепортируют вот в такую вот комнату. Смотрите, здесь уже есть люди. Лысый, что я тебе и говорил? Никитос, мы сможем их потроллить админскими командами. Смотрите, какие они немножечко тупые. Обычно все D-классовцы тупые, потому что если все они были умные, то D-класса бы не существовало. Здесь какой-то D-класс взял и украл наручники у МТФ. Ты не имеешь права издеваться над слабым. Я не понял, ты вообще кто такой? Если ты еще раз заговоришь со мной, то я тебя раздавлю. Блин, на самом деле какой-то страшный D-классовец. Давайте сейчас отбежим от этого челика, потому что он какой-то реально криповый. Ой, ко мне кто-то подходит. Чувак, ты что, уже связался с челиком, у которого наручники есть? Ну да, что тут такого? Никогда с ним не связывайся. Это самый сильный D-классовец здесь. Его даже охрана боится. Ходят слухи, что он сын главы МТФ. И если ты с ним свяжешься, тебе будет очень плохо. Никита и Лысый, наша сегодняшняя задача — найти того самого секретного SCP-объекта, который выполняет реальное желание. Хэппи, то есть я смогу получить бесплатные золотые пельмени? А я смогу стать крутым? Да, вы сможете пожелать все, что захотите. А, они идут, они идут. Кто идет к нам? Ученые и охрана идет, чтобы повести нас на эксперименты. Что ж, Лысый, Никитос, идите сюда. Мы наконец-таки дождались ученых и охраны, чтобы они нас повели к секретному SCP-объекту. И мы смогли его украсть. Но чтобы забрать этого секретного SCP-объекта, у нас есть троллинг-админка. И мы сейчас потроллим ученых. Вот, смотрите, уже ученые зашли, и охранники тоже. Итак, что же, внимание, D-классовцы. Сейчас мы идем на эксперименты к новому секретному SCP-объекту. Стоп, я не поняла, почему ты, D-классовец, не в форме? Внимание, ребята, проучите его. Блин, ко мне уже подходят охранники. Не-не-не-не, все-все-все. Беру и одеваю форму, все. Я уже в форме, охранники, все нормально. Нас уже начинают вести на эксперименты. И, кстати, ребят, вы только посмотрите, сколько здесь охраны. Это может означать только одно, то, что этот секретный SCP-объект очень важный для SCP-фонда. А почему у этого D-классовца пистолет? Лет. Ребят, помните, что мне говорил тот челик, D-классовец? То, что это сын главы МТФ. Я даже не знаю, как он попал в D-класс, но походу за что-то серьезное. Нас наконец-таки привели на SCP-эксперименты. Вы только посмотрите, здесь написано SCP-049, а это, по-моему, у нас черный доктор, если не ошибаюсь. И как они это все сделали? То есть они, походу, переместили черного доктора и завезли сюда нового SCP-объекта, который выполняет желание, ребят. Итак, что же, мне нужно будет сейчас сдавать человека, добровольца. А давайте пойдет Хэппи. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. И Лысый. Блин, ребята, этот челик реально нас ненавидит. Ну ладно, сейчас нам, в принципе, придется с Лысым идти на эксперименты к этому SCP-объекту. Смотрите, нам выделили два ученых и два охранника. А давайте мы сделаем так вот. Оба! Все, ребят, мы их заперли, они не могут ворваться. И давайте пока что за это время быстренько займем позиции. И что ж, Лысый? Откуда у тебя этот топор, в смысле? Святые пельмени, Хэппи. Я же Лысый. У меня всегда что-то в кармашке найдется. У тебя в кармане случайно нет ядерной бомбы? Конечно, Хэппи. Что? Откуда у тебя ядерная бомба, в смысле? Ну ладно, сейчас не про это. Потому что сейчас я уже слышу, пытаются сюда ворваться ученые и охранники. А пока что мы быстренько закроем дверь, чтобы нас никто не увидел. И чтобы у нас было время завязать троллинг-админку. Внимание, охранники, выбивайте дверь. Хорошо, босс. Давай, Валерия, выбиваем дверь. Все, мы выбили дверь. Отлично, а теперь взять Хэппи и Лысого. Ребят, быстро юзаем троллинг-админку, потому что я уже слышу голоса этих ученых. Нам нужно быстро действовать. Давайте прямо сейчас возьмем команду Рональд. И эта команда нас превращает вот такого вот клоуна-убийцу. Я думаю, что если кто-то из этих ученых боится клоунов, то я их жестко напугаю. Вот, допустим, Лысый, ты боишься клоунов? Святые пельмени, конечно, Хэппи, боюсь. Умоляю, бомжарское чудище, не жри меня.
И идем к этим ученым. Давайте послушаем, что они там говорят. Итак, быстро найдите мне Хэппи и Лысого. Итак, Валера, ты видишь Хэппи? С какой стати я должен видеть Хэппи? Морковка мне на голову, ты что, дурной? У тебя же есть супер очки. Ну и что? Итак, что ж, Валера, пошли. Так, ты где-нибудь видишь Хэппи или Лысого? Ну, я вижу здесь только тараканов. Ну да, Валера, реально, SCP фонд вообще не ремонтирует. Ребят, что? Они меня не видят, в смысле, алло? Давайте перед ними станем, алло, бомжи, вы что, вы должны меня видеть, алло? Они меня, ребят, не видят, что за бред? Лысый, ты видишь меня? Да, я вижу тебя, лучше бы я тебя не видел. Пожалуйста, не смотри мне в глаза. Ладно, давайте их, ребят, покоцаем. Допустим, возьмем этого Валеру, накоцаем. Получай, Валера! Ай, ребят, я его кильнул. Итак, Валера, ты что-то нашел? Валера? Ау, Валера! Алло, бомжара, ты видел Валеру? Бомжара? Ребят, но почему меня никто не видит, кроме Лысого? Это что за бред? Давайте тогда и убьем этого МТФ-ника. Ай, блин, я как-то проник к этому себе объекту. Пожалуйста, не джи меня. А че я пугаюсь? Я же клоун-убийца. Ну все, я ушел от этого монстра. Смотрите, он там уже начинает ходить. Кстати, что интересно, то что через стекло кажется, как будто у него нет реально лица. И это очень жутко. Но этот SCP-объект, ребят, исполняет все желания. Итак, Лысый, можешь выходить. Что же, Лысый, я открываю дверь к этому SCP-объекту. Хэппи, не надо. Цветы и пельмени, мне страшно до усрачки. Лысый, не бойся, это обычный SCP-объект, он безобиден. Итак, я нажимаю на эту кнопочку. Что ж, SCP-объект, добро пожаловать. Ай, здравствуйте, путники. Меня звать Джон. А вас как звать? Здравствуйте, Джон. Ребят, этот SCP-объект как будто застрял в средневековье. Джон, меня звать Хэппи, а это мой друг Лысый. Я вам очень благодарен за то, что вы меня освободили. Да, в принципе, не за что. Освобождать — это наше второе имя. На самом деле, реально, какая-то чертовщина в последнее время творится в SCP-фонде, то я становлюсь невидимым, и меня видит только Лысый. Возможно, вы знаете, в чем проблема? Так это же не чертовщина. Это я тебе помог, Хэппи. Я тебя сделал невидимым для всех, кроме твоего друга, чтобы вы смогли меня освободить. Вы читаете мысли? Нет, я просто ощущаю то, что мне может помочь. А что мне может навредить? Капец, ребят, а как когда этого SCP-объекта словили, если он может все ощущать? Ну ладно, сейчас не об этом. Я слышал, вы исполняете желания. Конечно, я могу исполнить любое ваше желание. Какое только захотите. Джон, я хочу себе иметь волосы. Да будет это сделано. Ну и чё, где мои волосы? Ты чё, шарлатан, наврал мне? Это моя мечта. А ты взял и разрушил ее. Я пошел плакать в кабину. Джон, а зачем ты обманул Лысого? Ты не выполняешь желания тогда? Кто ты такой? Сейчас все увидишь. Эй, Лысый, с тобой все хорошо там? Лысый, не расстраивайся. Волосы у тебя, возможно, еще будут. Привет, Хэппи. Что? У Лысого, ребят, появились волосы. Вы только посмотрите. Капец, ты реально исполняешь все желания, Джон. Конечно, вы что, думали, что я вру вам? Да нет, Джон, мы тебе просто не сомневались, Лысый. Насколько ты рад? Хэппи, я просто дико рад. Спасибо тебе, братан Джон. Я готов тебя за это расцеловать. На самом деле, я очень рад за... Лысого? Лысый, что с тобой? Что? Что со мной происходит? Почему у меня появляется куча волос на моей голове? Джон, что с ним происходит? Ха-ха, ну он же сам захотел волосы. Блин, Лысый, что делать? Офигеть, смотрите на его голове, что происходит. Что ж, Лысый, быстро-быстро пошли в парикмахерскую. Хэппи, ну как я пойду в парикмахерскую, если всю дорогу приехали охранники? Блин, точно, Лысый, там же охраны куча. Ну ладно, сейчас я быстренько залезаю только админку и помогу Лысому расчистить путь. Итак, быстро выбираем команду. Давайте их затроллим командой Балди. Сейчас мы нажимаем на Балди, и главное, чтобы Лысый ко мне не дотронулся, потому что если он до меня дотронется, то я его кину. Итак, что же, дорогой Лысый, ты учил в школе математику? Пельмени? Итак, что же, сейчас мы идем к нашим всем охранникам. И вот они, смотрите. Внимание, все сотрудники Д-класса, успокойтесь, не паникуйте. Сейчас мои элитные охранники пойдут и во всем разберутся. Эй, пс, внимание, бомжи. Сейчас, короче, идете и разбираетесь. Или я вас всех в суп заварю. И скажу начальнику, что вы себе плохо вели, и вас уволят. Хорошо, хорошо, начальник, а только не увольняйте. Пожалуйста, не увольняйте, у нас нет денег на билеты домой обратно. Святые бомжи, что это такое? Опа, охранники уже стоят, давайте идем на них, прямо на них. И убиваем их по... Ой, я улетел за карту. Святые пельмени, что это было, Хэппи? Лысый, ты пока что успокойся, потому что твои волосы растут с каждой секундой. Либо же вы сейчас все уйдете мирненько, спокойненько, либо же я вас уничтожу. Стоять не с места, аномалия. Ура, ребят, я поймал аномалию, мне дадут повышение. Походу, они выбрали второй вариант. Ну что же, ребят, мы идем на этого челика. Мы его клеим, давайте всех будем чисто килять. Ну что же, вы сами на это напросились, стоять, главный ученый.
Блин, это реально очень забавно клеить этих всех бомжей и троллей. Тихо, ну-ка стоять. Я не понял, ученый. Как ты смеешь прятаться за спиной у лысого? Лысый, невинный, больной человек. А ну-ка стоять, получай. Все, лысый, я всех привил. Быстро иди к перифмарию, лысый. Пока не поздно, пока тебя волосы не сожрали. Че ты стоишь, как излукан? Ты тупой или че? Лысый, быстро беги к перифмарию. Молодец, да-да-да, правильно. Наконец-таки, ребята, фух, это было дико сложно заставить лысого побежать брить свои волосы. Ну что ж, давайте обратно пойдем к этому деду. Надеюсь, он там никуда не сбежал. 2000 years later. Что такое, Хэппи? Я грущу из-за того, что нет лысого и Никитоса прямо здесь. Никитоса куда-то охранники увели, а лысый пошел стричься у парикмахера, и ему долго возвращаться. Я же выполняю желания. Если захочешь, я могу сделать так, чтобы лысый и Никитос были здесь. Ты серьезно? Я хочу, чтобы лысый и Никитос прямо сейчас очутились здесь. Да будет исполнено. Ну и что же, где мои друзья? Лысый и Никитос. Что же, малышка, позвони мне ночью. Хэппи? Не понял, лысый, в смысле? Ребят, что с лысым взял? Он что, с ума сошел, дед? Что ты с ним сделал? Хэппи, где я оказался? Ну что же, лысый, ты вернулся с перехмахерской наконец-таки. Помогите! Ой, лысый, смотри, там Никитоса закрыло. Никитос, что с тобой случилось? Ты что, настолько жирный, что не можешь выбраться отсюда? Хэппи, сейчас не время шуток. Помоги мне! Нажимаем на одну волшебную кнопочку. И вот, Никитос, ты теперь можешь выходить. Выходи спокойно, Никитос. Спасибо тебе огромное, Хэппи, но что с нами случилось? Как мы здесь оказались и что я здесь делаю? Короче, это секретный себе бег, который выполняет желание, и он выполнил мое желание. Стоп, а кто это там ломает дверь? Кто это такой? Огурец у меня в карман. Куда я попал? Лысый, это кто вообще такой? О, святые боги пельмени, только не он. Ну почему он здесь опять очутился? Никитос и лысый, а чего вы так против этого челика? Что он вам сделал? Хэппи, ты просто не знаешь, кто это. Да-да, малыш, ты все правильно понял. Ты на бомжа вообще похож. Итак, Хэппи, познакомься, это мой брат волосатый. А, это тот волосатый, которого я помню. Но почему он тогда пропал, лысый? Мы его выгнали. За то, что он был таким тупым. Я не понял. Тупоголовая башка блондина. Ты посмел сказать, что волосатый тупой? О, нет, Никитос, лучше бы ты этого не говорил. А ну-ка, подошла сюда, тупоголовая башка. Помогите. А ну-ка, стоять. Короче, ребят, я предлагаю вам сбежать с этого SCP-фонда. Крутая идея, Хэппи. Только как мы это сделаем? Я люблю помидоры. Нам нужно затроллить охранников, чтобы они испугались. И мы сможем сбежать с SCP-фонда. Короче, ребят, быстрее, быстрее за мной. Нам нужно быстренько идти, потому что времени у нас осталось мало. Ведь скоро в SCP-фонд приедет МТФ. Идем, ребят, искать этих бомжей, ведь я чувствую, что они где-то рядом. Давайте зайдем к главе SCP-фонда. Блин, точно, я ж вспомнил. Вспомнил! Лысый, ты же глава SCP-фонда, так почему ты не откроешь нам дверь? Хэппи, ты чё забыл? Я же SCP-фонд продал в кредит, чтобы выполнить мою мечту. Что ты купил на этот тупой кредит? Я купил золотые пельмени. И я хочу пойти с волосатым на рыбалку. Братишка, наконец-то я встретил тебя. Бомжара, ты чё забыл? Я тебя ненавижу. Меня предал брат. Слушайте, Джон, а вы можете сделать так, чтобы прям сейчас на том мосту побежали охранники SCP-фонда, чтобы мы их смогли затроллить? Будет исполнено. Лысый Никитос, волосатый, быстро за мной, чё вы стоите как бомжи тупые? Сейчас я хочу сделать из вас всех лютых, крутых мужиков. Вы этого хотите? Да, хотим. Вот и она. Смотрите, у лысого прям сейчас в руках боевая пицца. С помощью этой пиццы он сможет хорошенько отдубасить секьюрити. Берем, делаем вот так вот и смотрите, кого Никитос превратился. Белоголового бомжа. Теперь остался только волосатый. Короче, волосатый, я дам тебе интересную суперспособность. Это Diamond Sword, то есть у тебя прямо сейчас появится алмазный меч из Майнкрафта. Блин, ребят, это просто команда мечты. За мной, моя армия, нам пройти. Секьюрити, который прямо сейчас находится здесь. По словам того самого деда, внимание, не высовывайтесь. А то, ребят, сейчас может быть нам очень плохо, если мы высунемся. Давайте я сейчас краем глаза проверю, что там происходит. Ну все, попался. А, пожалуйста, не бейте. Так ты же хотел сбежать, чего мы тебя не должны бить? Потому что я колдун. Ну да, конечно. Так мы и тебе поверим. Ну ладно, докажи, что ты колдун. Прям сейчас сюда придет бомж с алмазным мечом. У тебя есть ровно одна минута, чтобы мы тебе поверили. Ребятушки, они зажали деклассовца нашего брата, вы слышали? Ему надо помочь. Волосатого же есть алмазный меч, волосатый. Короче, волосатый, внимание, прям сейчас идешь и пугаешь этих секьюрити.
Юрити, ты меня понял? Если что-то пойдет не так, то я все твои волосы побрею на лысо и будешь лысым. Конечно, босс, ты намного круче, не то что мой брат лысый. Ты че охранил? Не время разговаривать, быстро пошел волосатый отвлекать их. Ух, ребят, я надеюсь, у волосатого все получится. Эх, помидор мне на голову, поехали! Эй, тупоголовые охранники! Ребята, кто это такой? Я не знаю, ребят, кто это, но взять его! Святые помидоры! А, помогите! Волосатый справился, он реально справился с секьюрити. Че вы там стоите, бомжи? Ну блин, они мне так задолбали, когда они просто стоят. Давайте быстро на подмогу волосатому, чё вы, он же может погибнуть. Опа, здорово, чел, как тебя звать? Меня звать Рональд Завоеватель. Ну ладно, Рональд, сейчас не до тебя, нам идти нужно спасать волосатого. Короче, лысый, это же твой брат, ты знаешь все его преимущества и недостатки. Иди сейчас быстро и спасай его, вон он. Ребят, спасите. Держись, волосатый. И, ребят, вы только посмотрите. Офигеть, это просто максимально масштабное сражение. А, ребят, стоп, что? Ребят, посмотрите, что стало с лысым? Лысый, с тобой все хорошо? Со мной все хорошо. Блин, лысый, по тебе так не скажешь. Внимание, Никитос, иди прямо сейчас защищай вход, чтобы никакой охранник к нам не проникнул. Лысый, что нам с тобой делать? Тупой бомж, зачем ты пошел на них? Ты что, охренел, волосатый? Забыл, кто тебя воспитывал? Бомжара. Идиот, сам ты бомжара. Ребят, не ссорьтесь. Топ, а где Сипи Джон, который исполняет желания? Ребят, мы походу его потеряли. Короче, волосатый прямо сейчас охранял лысого, а я сейчас поищу того себе объекта. Что ж, ребят, я даже не знаю, куда он мог бы пропасть. Так, где мы были раньше? Вот его здесь нет тоже. Блин, ну куда он исчез? Я точно уверен, что он где-то здесь. Он же не мог просто так взять и убежать. Вот он! SCP Бег, зачем же вы убежали? Хэппи, почему ты такой расстроенный? Что случилось? Джон, ты просто не представляешь. Лысый очень сильно ранен. На нас, возможно, скоро нападут опять охранники. И скоро придет МТФ. А наша команда очень ослабла. Я не знаю, что нам еще делать. Слушай, Хэппи, но я же исполняю желание. Загадай любое желание, я его выполню. Блин, ребята, точно. Спасибо тебе огромное, Джон. Что бы мы делали, если бы тебя не было здесь? Короче, я хочу, чтобы этот день никогда не случился. Оу, Хэппи, это довольно-таки необычное желание и довольно сложное. Но, дед, ты же можешь выполнить любое желание. Я могу любое твое желание выполнить, но это желание с изменением дня. Оно очень сложное. И для этого желания мне нужно, чтобы ты подписал один контракт. Вот, бери, почитай. Так, я сейчас почитаю. Да ладно, пофиг, я его подписываю. Ну вот и отлично, Хэппи. Я надеюсь, мы никогда не увидимся. Стоп, что? Будь это желание выполнено. Стоп, где я нахожусь? Чё ты возле меня хрыкаешь, бомж? Пошел отсюда вон, кыш отсюда. Ребят, почему я нахожусь в камере дик-класса? И кто эти люди? Алло, бомжи, вы вообще кто такие? Бомжи, вы кто такие? И почему я нахожусь в этой камере? Привет, внучок. Меня зовут Боевая Бабка. Я попала в дик-класс из-за того, что... Это, конечно, очень интересно, точнее, вообще не интересно. Но как я здесь оказался? Никто не знает, как мы здесь оказались. Даже мой самый умный напарник не знает, как мы здесь оказались. Он очень умный. Знай, если ты попросишь посчитать его 2 плюс 2, то он ответит 5. Он очень умный. Блин, ребят, я попал в камеру с какими-то дебилами, но вопрос, как я сюда попал? Я уже здесь, ребят, не несколько часов. Я не знаю, я уже реально обезумею. Эпи. Стоп, что это голос лысого? Лысый, привет. Стоп, лысый, почему у тебя эта форма? Это же форма тупых секьюрити, которые предали и предают SCP фонд. Так, деклассовец, без разговорчиков. И откуда ты знаешь мое имя? Вот это, ребят, вы слышали, какие умные деклассовцы пошли? Вот в мое время, когда я попал в SCP фонд, все были бомжами, как эта тупая бабка. Ну ладно, святые пельмени, главный босс приказал вести себя к нему в кабинет. Не знаю, зачем босс захотел видеть такого бомжа, как ты у себя в кабинете. Но считаю, что тебе крупно повезло. Итак, ребята, берем его. Ладно, ладно, только не стреляйте, я пойду за вами. Так-то сразу, за мной пошел. Ребят, я не знаю, что произошло, почему лысый не помнит меня, и Никитос не помнит, и даже волосатый не помнит. Хотя я так наорал на волосатого, что он, походу, прям жестко обосрался и должен был точно меня запомнить. Но, блин, ребята, я вообще не понимаю, что происходит. Где тот дед-колдун, который мне, кстати, пообещал, чтобы этот день забылся навсегда? Но я же не говорил, чтобы лысый Никитос мне тоже забыли. Так, меня привели в кабинет главы SCP фонда. Босс, открывайте дверь, я привел того бомжа. О, какие люди. Босс, я все сделал, у меня будет повышение. Да, лысый, конечно. Что ж, господа, проводите моего нового гостя в мой кабинет. Эй, ты бомж, ты слышал, босс? Быстро
проходи в кабинет, или я тебе выстрелю. Ладно, ладно, я прошу в кабинет. Лысый Никитос, блин, они бы раньше такого точно не сказали. О, это ты, Джун. Что ты со мной наделал? Что вообще произошло? И тебе привет, Хэппи. Что произошло? Говори мне быстро. Что же ты такой нервный? По-моему, все было по твоему желанию. В контракте было написано то, что день, который ты хочешь, исчез. Но за этот исчезнувший день я заберу всю твою жизнь и стану главой всего SCP фонда. И кстати, в контракте написано то, что если ты не убьешь меня и не помиришь волосатого и лысого, то ты исчезнешь навсегда. Стоп, что? Какой навсегда? Джон, зачем ты так сделал? Мы тебя освободили, мы тебе помогали. Я поступил как должен был. Ну а ты теперь будешь гонять в тюрьме и потом исчезнешь. Итак, парни, уведите этого бомжа от меня. Ну ты и скотина. Ну мы еще с тобой завтра увидимся. Нет, нет, я его победю, я его должен победить. Блин, ну как я это сделаю? Меня сейчас ведут в камеру опять, меня там сопрут. Ребят, на самом деле он прав, у меня очень мало шансов, потому что лысый Никитос меня не слушается. Ладно, стоп, лысый Никитос, вас держат в заложниках. Этот глава SCP фонда просто колдун. На самом деле вы мои друзья, и я ваш друг. Вы что, не помните? Ты что, охренел? А ну-ка, давай, пошел, бомж. Или я тебя сейчас пристрелю. Не пытайся запудрить нам мозги. Допустим, когда я приходил в SCP фонд, глава SCP фонда Джон меня с радостью принял, даже накормил пельменями. А сейчас какой-то бомж пытается запудрить мне мозги. Якобы он мой друг. Мне не получилось. Ну все, прощай, бомж. Мне придется гнить с этими бомжами всю свою жизнь. А у меня остался всего лишь один день. Если я не выполню условия, ну у меня не получится никак это сделать. Ох, ребят, давайте я ложусь на кровать. Стоп, бабка, что тебе надо? Внучок, я подслышал твой разговор. Не сдавайся. Я верю в тебя, что тебя предали. И у меня есть план. Окей, бабка, какой у тебя есть план? Что ж, внучок, я служила в ВДВ. И я смогу выбить дверь. Баба, подойди ко мне. Помоги бабуле разогнаться. Давай. Ты. Бабка реально выбила дверь. Бабка, ты чё? Давай, внучок, быстро веди нас куда хочешь. Ребята, мы с Никитос, быстро, быстро, бабка за мной. У нас очень мало времени, они могут догадаться в любой момент, что мы сбежали. У меня появилась идея, нам нужно сейчас быстро слиться с экспериментами SCP фонда, чтобы нас долго не смогли найти. Блин, нет, ребят. Только что бабку повязали охранники. Она не успела за нами, она защищала. Что ж, баба, иди сейчас за мной. И сейчас мы должны будем найти быстренько человека, который производит эксперименты. Вон они, наконец-то, ребят, нам так повезло, блин. А здравствуйте, мистер ученый, мы немножечко опоздали на эксперименты. Я не понял, все быстро в строй, или я вас убью. Да-да-да, мы уже в строю. Итак, внимание, класс, сейчас должны вы будете зайти вот в эту SCP-комнату. Охрана, берите и пихайте этих бомжей сюда. Ой, блин, да-да-да, мы все идем, все, ребят, только не убейте, не бейте нас. Ребят, мы сейчас идем куда-то к маске какой-то, походу, ребят, это SCP-маска. Да, это SCP-маска. Быстро сюда, баба, баба, сюда, быстрее. Все, мы закрыли дверь, ее теперь точно не открою. И сейчас, ребят, я залезаю троллинг-админку. Так, ребят, мы сможем устроить панику в SCP-фонде, и нас не смогут найти Никитос и Лысый. Сейчас, ребят, мы станем монстром. Нажимаем на гонер и смотрите, в кого я превращаюсь. Да, это тот самый легендарнейший монстр. Баба, не пугайся, это я Хэппи. В общем-то, я стал монстром, я колдун, я знаю. И сейчас, ребят, мы идем пугать этих сотрудников SCP-фонда. Добрый день. Ребят, получайте, охранники. Помогите! На нас напали, а ну-ка быстро пошел, бомж-охранник, бей тревогу, на нас напали! Все, ребят, они уже вызывают тревогу, и сейчас мы должны будем идти убить этого ученого, мы это сделали. Что ж, боб, сейчас нам нужно как-то кинуть главу SCP-фонда. Хэппи, сзади тебя! Блин, нет! Поверьте мне, что ваш босс просто злодей. Хватит терпеть это! Давайте его уже кильнем! Стоять, не тут-то было! Вы никого не кильнете! Либо же я убью вашего лысого! Си, ты, пельмени, только не убивай меня, пожалуйста! Ну все, я нажимаю на круг. Нет, лысый брат. Брат лысый, ты жив? Святые пельмени, ты меня спас. Спасибо тебе, огромный волосатый. Я думал, ты ненавидишь меня. Чё ты такое говоришь? Мы же братья. Извини меня, волосатый, за все, что я тебе говорил про тебя. И меня тоже извини за то, что я себя так вел. Братан, братан. Ребят, мы помирили лысого и волосатого. То есть мы выполнили одно задание. SCP-объекта, который выполняет желание. Осталось еще одно задание. Я очень рад за вас, что вы помирились. Но теперь взять, Хэппи. Блин, ребята, они пытаются мне взять. Нет, они со мной бежать, блин. Что мне делать? У меня же есть троллинг-админка. Точно, ребят. Хочу сейчас быстро захватить троллинг-админку, но нам придется изнуть команды, которые будут килять их. Они меня окружили, блин. Но если я их кильну и спасу весь SCP-фонд от этого SCP-объекта, который выполняет желание, то тогда лысый Никитос и волосатый тоже вернутся. То тогда используем команду коп. Становимся вот таким вот копом. Это что еще за фигня? Извините, ребятушки, но придется вас кинуть. Получать. На, получать. Последний лысый остался. На, лысый. Получать. Но мне нужно быстро, быстро, ребят, идти к главе SCP-фонда. К тому самому SCP-объекту Джону,
который исполняет желание. Что ж, он здесь находится, ребят, берем и входим. Джон, я вернулся к тебе, чтобы свергнуть тебя. Стоп, что? Как ты выбрался? Как это вообще произошло? Внимание, Роналд, сейчас ты должен быстро пожелать у меня желание, быстро. Пожелай монстрам, которые чуть не кинули Хэппи. Желаю самых крутых монстров, которые Хэппи не смог победить. Блин, нет, ребят, я не успел. Стоп, ребят, что происходит? Что это такое? Я тебя кляну. Это тот монстр, которого ты не сможешь победить. Сдавайся. Блин, ребят, он на меня нападает. Это глава SCP-фонда. Своими колдунскими способностями вызвал кого-то супермонстра, который меня может убить с одного удара, ребят. Помните этого монстра? Я за этого монстра в троллинг админке играл. Блин, ребят, я не знаю, что делать. Он меня может с одного удара убивать. Становиться невидимым. Но знаете, что я могу сделать? Я могу сделать вот так вот. Получай. Что? Мы убили его. В смысле, ребят, я смог это сделать. Ребят, верьте в себя, и вы сможете все сделать. Итак, что же, колдун? Рональд, быстро загадывай желание. Твоего Рональда больше нету. Ты не сможешь победить. Ха-ха, не тут-то было. День заканчивается. Я начинаю потихоньку проводать. Блин, ребят, мне начинает мутнеть в глазах. Ну все, я выиграл. Весь SCP-фонд мой. Ребят, я смогу. Получай. Ребят, мы это сделали. Мы победили. И я выполнил все желания колдуна. Все сработало, ребят. Я снова наконец-таки хэппи. И снова, ребят, я в том дне, который захотел удалить, ребят. И это была ошибка. Того SCP-векта больше нету. Мы смогли победить его, но очень трудно. А кстати, где лысый? Где волосатый? Где Никитос? Ребят, это вы. Как же я вас рад видеть. Лысый, ты уже вылечился? Да, хэппи, волосатые, оказывается, делают крутые настойки из подорожника. Ну, хэппи, ты нашел того SCP-объекта. Скажу так, то, что его больше нету. Он испарился, уничтожился. В общем-то, не спрашивайте, пожалуйста, больше о нем. Ну и мы будем заканчивать. С вами был я, хэппи, лысый, Никитос и волосатый. Ставьте обязательно лайки и подписывайтесь на канал. Ведь это видео мы очень долго снимали именно для тебя. Надеюсь, ты его оценишь лайком. Ну и всем удачи и всем пока.